В 2004 году польская армия получила свой заказ. Самый современный вездеход — КТО «Росомаха». «Росомаха» может выполнять разные задачи. От транспортировки солдат до разведки, эвакуации раненых или пехотной атаки. Все на одном и том же шасси. В отличие от своих аналогов, машина сужена всего до 2,7 метров в ширину и вмещается даже в небольшие транспортные самолеты. Машина высотой 2,2 метра может врываться в бой на скорости свыше 100 км в час. «Росомаха» способна передвигаться быстро, причем на любой местности. Поэтому она в состоянии действовать практически в любом окружении, куда военные стратеги могут послать войска. На пересеченной местности бронетранспортер почти не сбавляет ход благодаря двигателю мощностью 450 лошадиных сил. Подвеска у «Росомахи» на каждом колесе полностью независимая, настраиваемая двойная рычажная. Такая надежная система поддерживает сцепление колес с землей, невзирая на любые условия. Она хорошо справляется с бездорожьем и вдобавок является еще и амфибией. 8 колес «Росомахи» распределяют 18 тонн массы. Это не только нужно для высокой проходимости, но и снижает риск подорваться на мине.